Галина Вишневская, биатлон. Родилась 10 февраля 1994 года в городе Семей. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Биатлоном начала заниматься в 13 лет под руководством заслуженного тренера РК Рафаила Мирсалимова. В возрасте же 16 лет Галина уже поднималась на свои первые мировые пьедесталы. Так, например, в Чехии на юниорском чемпионате мира 2011 года она завоевала бронзу. А в 2017 году стала абсолютной чемпионкой азиатских игр в Саппоро. Достижения. Победительница и призер юниорских чемпионатов мира. Двукратная победительница чемпионата Азии. Серебряный и бронзовый призер Всемирной зимней универсиады. Чемпионка универсиады. В 2017 году в тандеме с Максимом Брауном завоевала бронзу на Кубке мира в дисциплине супермикс. Двукратный бронзовый призер чемпионата мира. У Галины Вишневской уже есть опыт участия в Олимпиадах. На первых зимних молодежных Олимпийских играх 2012 года она завоевала серебро и бронзу. А игры в Пекине станут в карьере Галины третьей Олимпиадой.